Re, viss ēters ir te! Добрый вечер. В ближайшие сутки погоду определит циклон, который подойдет к Латвии сегодня ночью. Ожидается переменная облачность. В западных и центральных регионах пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха в западных регионах минус 1, минус 6 градусов. На остальной территории минус 8, минус 13. Днем в Латвии облачно, и на большей части территории страны ожидается снег. Местами высота снежного покрова увеличится на 6-8 сантиметров. Ветер южных направлений умеренный, с порывами до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха минус 2, минус 7 градусов. В прибрежных регионах теплее, минус 4, плюс 1. В Риге этой ночью минус 9, минус 11 ожидается снег. Днем в столице также пройдет снег, и температура минус 3, минус 5 градусов. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Хорошего вам вечера и до свидания.